улыбчива во всем настроении. Ну что, я очень рада. Как вы уже заметили, будет зеленый заяц! Будет зеленый заяц! Я так рада, что столько получила комментариев по поводу зеленого зайца. И сразу же написала девочка, пишет, что я решила, что мне очень нужен зеленый заяц. И я буду вязать зеленого зайца. Ура! Знаете, даже не знаю. У меня редко вызывают прям такие бурные эмоции вязание игрушек, но этот заяц, ну вот прям неожиданно вот лег мне в мои творческие руки. И я прям с таким азартом взялась за этого зеленого зайца. Вы даже себе не представляете. Итак, у меня была зеленая голова. Я уже к этой зеленой голове связала зеленое тело. И получается вот такой вот такая заготовочка на зеленого зайца. Дальше. У меня есть бархатная ленточка. Такого нежно-нежно зеленого оттенка. Зачем? А затем, что это будет целый зеленый комплект. Ура! Будет не комплект, прям огонь. Потому что к зеленому зайцу будут еще зеленые погремушки, представляете? Я прям с таким воодушевлением взялась за этот комплект. Вы себе просто не представляете. Или это я уже говорила. В общем, радость меня распирает. Так. Зеленый заяц. Зеленые погремушки. И решили к этому зайцу добавить еще цвета. И чтобы немножечко разбавить. И я предложила девочке на выбор, ну, как всегда. Я люблю предлагать несколько вариантов. К этому цвету, к зеленому, я предложила вот такие цвета. Такой. Такой. Или такой. И вот. Отправляю я, значит, три цвета на выбор. А какой цвет мне нравится, с каким бы я скомбинировала и с каким бы я хотела вязать, я-то уже знаю. И отправляю три цвета на выбор. Девочки, такая отправила, сижу. Ну, давай, 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 давай. Думай, ну, думай, 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 хорошенько думай. И когда она отмечает тот цвет, который мне понравился, и который, я думаю, что это лучшее сочетание цвета, и она отмечает этот цвет, я такая, да, 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 молодец, yes, yes. Я тоже это хотела, я тоже так хотела вязать. В общем, не знаю, этот комплект, это просто... Для меня сейчас как бомба, как, знаете, как вообще, как взрыв моих эмоций. Поэтому вяжу шикарный, просто шикарнючий зеленый комплект. Эти клубочки я убираю. Пока я их, чтобы вам показать в сравнении, оставляю вот этим два цвета. Из этого клубочка дальше буду вязать все детальки. И еще мы договорились, что у зайца будет такая кофточка. И одно ушко будет чисто зеленое, а второе ушко будет в полосочку, полосатая, комбинированная с таким. Я, наверное, сделаю всего зайца вместе с кофточкой. Ушки пришивать не буду. Сделаю на выбор для девочки два варианта. Чисто зеленые ушки или одно полосатое, одно зеленое. Возможно, она захочет посмотреть, как это будет выглядеть. Ну, просто я хочу, чтобы для этой девочки уже, ну, все варианты были такие, как вот, ну,
вот как она захочет. Так, сначала я, наверное, сделаю зайца, а потом уже все-все погремушечки. Дальше по очереди буду показывать. Ну что, приступаем. Приступаем к замечательнейшему комплекту зеленого цвета. Этот комплект будет вообще реально в единственном экземпляре. Таких игрушек не будет ни у кого. Итак, что у меня есть на этом этапе? У меня есть одноухий заяц. Почему одноухий? Одно ушко зеленое с медальончиком, а второе должно быть полосатое. Хочу предложить два варианта. Полностью с одинаковыми ушками или же с полосатым. Какой вариант больше понравится, тот и останется. Дальше. Зайка практически готов. У меня готова грызулька. И все заготовочки на погремушечку на деревянном колечке. Для грызульки я использую колечко 6 сантиметров, для погремушечки семерочку. Это ушки, они уже тоже готовы. Выглядит это вот так. Вот такие замечательные ушки. И сейчас я буду обшивать деревянное колечко и пришивать самого зайчика. А, не хватает еще воротничка. Воротничок будет светло-зеленый. Буду сейчас пришивать, оформлять. Закончу эту погремушечку. У меня остается одна. Полностью мягкая. Покажу вам еще маленький промежуточный процессик. И я думаю, все. Комплектик будет готов. Итак, комплектик готов. Получился обалденный набор игрушек. Цвет оказался просто замечательным. Сочетание цвета обалденное. Смотрится невероятно классно, невероятно нежно. Я здесь уже подготовилась к фотосессии, чтобы сделать фотографию для своего инстаграма. Так что, кто у меня в инстаграме, эту фотографию увидит намного раньше, чем выйдет видео. Так что подписывайтесь ко мне в инстаграм. Буду рада видеть вас еще и там. Итак, вот такой получился заяц. Полосатое ушко, нежненькая кофточка, к нему погремушечки. Одна вот такая полностью мягкая, еще одна на деревянном колечке, и ушки грызульки, вот такая симпатичная грызулька получилась. Здесь я подобрала листочки, решила, что пусть уже будет зеленый комплект с зелеными листочками. Сейчас сделаю пару фотографий для инстаграма, и все, можно упаковывать этот комплектик для отправки. Спасибо, мои дорогие, что заглянули и сегодня ко мне в гости, провели это время со мной. И я надеюсь, вы тоже насладились этим зеленым комплектом, так же, как и я.